В округе 179 дворовых площадок для занятий спортом, которые в летний сезон всегда заполнены любителями активных видов спорта. По поручению главы округа проведена инвентаризация всех объектов. На 19 из них необходима замена сеток, рассказали в спорткомитете. Не хватает сеток на воротах. На воротах футбольных, на баскетбольных кольцах, волейбольных сеток и также одной сетки для игры в бадминтон. Сетки были своевременно приобретены. И с сегодняшнего дня мы начинаем установку этих сеток на ворота. Сетки нужны для того, чтобы дети могли спокойно заниматься спортом, чтобы это было безопасно, не бегали за мячиком. Ну, на любых футбольных воротах должна быть сетка. На площадке возле дома 7 на улице Чкалова в Нахабино многие жители уважают футбол и посвящают ему все свободное время. Поиграть во двор выходят взрослые и дети. На состояние спортзоны нареканий нет, но обновлению в виде сетки на воротах только рады. Мы часто здесь собираемся, проводим время, весело с друзьями, с ребятами. Хотелось бы выразить благодарность за то, что наши площадки находятся в хорошем состоянии, то, что они вовремя всегда отремонтированы, сетка, газон всегда убрано. И создаются все необходимые условия для проведения спортивных занятий, игр, каких-то различных соревнований. Все площадки, находящиеся на дворовой территории, закреплены за управляющей компанией, либо спортучреждением, которое следит за состоянием. Многие оборудованы камерами видеонаблюдения и подключены к системе «Безопасный регион». Однако предотвратить вандализм удается не всегда. Важно, чтобы сами пользователи бережно относились к инвентарю. На данный момент у нас 82 площадки, которые относятся к МСОУ «Зоркий». И непосредственно на них происходит вандализм. Переворачиваются сетки, футбольные ворота, из них делаются гамаки. Баскетбольные сетки забрасываются самокаты, волейбольные сетки рвутся. Мы хотим обратиться к родителям и к жителям округа, для которых мы стараемся непосредственно продвигать спортивные мероприятия в массы, о том, чтобы они обратили внимание на то, как они себя ведут. Правила пользования площадкой есть в свободном доступе на объекте. Там указано не только, как необходимо вести себя на спортплощадках, но и режим работы. Они открыты с 9 утра до 22 часов в будние дни и с 10 утра до 23 часов в выходные.